Это невероятно! Он говорил о своих воспоминаниях о Первой мировой. Чьи-то украденные мысли, записанные в его позитронный мозг. Расскажите мне об этом, Брейсвилл. Расскажите мне о своей жизни. Доктор, мне кажется, сейчас не время. Расскажите и докажите, что вы человек. Расскажите мне все. Отчет продолжается. Моя семья служила на почте. Это был маленький домик возле аббатства, рядом с ясеневой рощей. Там было 8 деревьев, но потом случилась гроза. А родители, давайте, расскажите мне. Хорошие, добрые люди. Они умерли от скарлатины. Как это было? Что ты чувствовал? Пожалуйста, как ты себя чувствовал, Эдвин? Расскажи мне, рассказывай. Мне было больно, доктор, очень больно. Как незаживающая рана. Хуже, чем рана, как будто я был выхолощен. Ничего не осталось. Хорошо, вспомни об этом сейчас, Эдвин. О ясенях, возле почты, о маме, о папе и о том, как ты их потерял. И об окопах, полных мертвых. Вспомни об этом, почувствуй это, потому что ты человек, ты не такой, как они. Ты не похож на даликов. Это невыносимо, доктор, это слишком больно. Вот и отлично, почувствуй эту боль. Она значит, что ты жив. Они не могут взорвать бомбу, потому что ты жив. Ты человек из плоти и крови. Они не смогут взорвать бомбу, поверь в это. Ты, профессор Эдвин Брейсвилл, и ты, друг мой, человек. Не сработало. Оно не останавливается. Эй. Эй, Слимляк. Когда-нибудь мечтал о недоступном? Что? Обидно, да? Мне все равно приятно. Мне не следовало бы о ней говорить. Так у нас есть она. И как ее звали? Дорабелла. Дорабелла. Какое милое имя, хорошее имя. Какой она была, Эдвин? У нее была такая улыбка. И ее глаза. Ее глаза такие голубые, почти сиреневые, как последний луч заката на краю мира. Дорабелла. Континуум забвения отключился! Невозможно. Скоро прыжок. Приготовиться. Добро пожаловать в ряды людей. Ты гений. Ты гений. А ты... Теперь нужно остановить их. Остановить даликов. Подождите, доктор, подождите. Уже поздно. Ты нас не победишь, доктор. Мы вернемся! Мы вернемся! Улетели. Они улетели. Нет! Они не могут! Они не могут снова сбежать от меня! Нет, я это чувствую. Мой мозг прояснился. Далеки улетели. Доктор, все в порядке. Тебе удалось предотвратить взрыв. Доктор? У меня был выбор. И они знали, что я выберу землю. Далеки выиграли. Они победили меня, победили. Но ты спас землю. Это не так уж и плохо, правда? Ведь так? Да. Это не так уж и плохо. Это великолепное достижение, мой дорогой друг. Вот, возьми сигару. Нет.